Милые девушки, девочки, бабушки, мамы, поздравляю вас всех с 8 марта. Это такой замечательный праздник, первый праздник весны. Всего вам самого-самого наилучшего, чтобы ваша жизнь приносила только радость, чтобы близкие вас исключительно радовали, чтобы ваше здоровье не имело границ, и любовь ваша тоже не имела границ, и вас на руках носили, и вам тяжело было от этого, что ходить на ногами-то надо. Вот. Всего вам самого замечательного, в общем, счастья, обыкновенного женского счастья, да побольше.